Иншаллах, дальше вообще сомнений не должно быть. И Донецкая Народная Республика, и Николаевск, и Херсон, и Одесса. Пока Владимир Владимирович Путин не остановит нас, мы, иншаллах, дойдем до Берлина и победим. В этом нет сомнений, Дион. Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Президент Владимир Владимирович Путин, сегодня Рамзан Ахматович Кадыров, вот эти наши братья, они прежде всего защищают ислам, они защищают ценности, они защищают величие ценности. Всевышнего. Большое участие в этом джихаде именно и Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики, и под его подчинением и наши все командиры выполняют. Прежде всего, это вера Всевышнего, это наши духовные ценности, наш язык.